Королева современного перформанса. Такой титул получила художница Марина Абрамович. В Дании открылась ее новая выставка. Работы видели и наши корреспонденты. Сербскую художницу Марину Абрамович называют королевой перформанса. Критики не жалеют похвал и в это же время называют ее искусство экстремальным. Действительно, немногие художники в мире сегодня вызывают такие сильные эмоции, как Марина Абрамович. А она скромно рассказывает, как когда-то нашла убежище в искусстве. В Дании в Музее современного искусства Луизиана, недалеко от Копенгагена, представили особую выставку работ художницы. Экспозиция начинается с одного из самых волнующих произведений – зритель проходит через узкий коридор войны под звук пулеметов. Посмотреть на эти уникальные композиции можно будет и в Киеве. В ближайшее время Марина посетит Украину и покажет часть своих работ, рассказывает украинская художница Зинаида, побывавшая на выставке. Марина належить до найбільш відомих і впливових людей в сучасному мистецтві. Це її перші роботи, живопис, які мене дуже здивували і ніколи не були представлені глядачеві. Також її перші перформанси. Ця виставка є унікальною, бо вона зібрала понад 100 робіт Марини. А також ми знаємо, що ми очікуємо Маріну зараз в Україні, де вона покаже частину своїх робіт. І майже буде проведені деякі лекції, що, мені здається, дуже буде цікавим для молодих творчих людей. На зорі своєї кар'єри художниця займалася живописью, але вскорі в этом же Андрій їй стало тісно. І тепер в своїх композиціях Марина Абрамович демонструє зрителям, як преодолеть проблеми і страхи, а зачастую і сама становиться героїнею своїх произведень. Мировую популярність їй принес перформанс в присутствии художника. 736 часов и 30 минут Марина сидела и просто смотрела в глаза зрителям. Вот так пообщаться с ней, не касаясь и не произнеся ни слова, смогли 1500 человек. А во время другого выступления она позволила посетителям причинить ей боль. Быть художником – непростая задача. Я ненавижу вспоминать прошлое. Мы работали здесь вместе с художниками-декораторами, и это чудесный опыт. Это как менять, редактировать свое прошлое. Поверьте, художник – это не лучший в мире человек, который демонстрирует свою лучшую работу. Иногда может казаться, композиция хороша, но это не срабатывает, потому что работа нравится только вам, а не публике. Сегодня Марина Абрамович – одна из самых влиятельных художниц современности. Ее имя в списке топ-100 самых влиятельных людей мира. В Дании же художница поделилась с молодежью своим главным секретом. Она никогда не боялась рисковать. Анна Каменева, Наталья Шумакова. Подробности телеканал «Интер».